Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Антонина и канал «Вышиваем и вяжем». И сегодня я вам показываю свою вышивку «Три пиона». Тоже Dimensions из коллекции Gold Collection. Вот такая картина. Большая довольно-таки вышивка. 41 на 30 сантиметров. Очень сложная, потому что очень много ниток. Но Аида 16 уже полегче. Когда 16 Аида, конечно, полегче вышивать. И вот такая красивая вышивка у меня получилась. Смотрите, какая красивая. Красоты, конечно, необыкновенной. Вот я ее закончила. Сейчас мне надо будет ее привести в порядок, постирать и отдать багетную мастерскую делать. То есть очень красивые пионы. Пионы просто прелесть. Такие нежные оттенки, очень красивые. Вышивалась легко, просто на одном дыхании. Ну, еще осталось кое-что обшить. Вот я всегда с обшивкой тяну, конечно. Вот я не люблю обшивать, люблю вышивать, но не люблю обшивать ниточками. Но вот надо еще обшить, и все будет нормально. Схемка легкая. Видите, цветная. Очень хорошо значки просматриваются. Здесь же и обшивочка ниточками. Хорошо. Нитки ну, вот так располагались. Я еще подписала значки, чтобы легче было ориентироваться. Вот вторая. Две такие вот длинные довольно-таки. Планшетки. Нитки, конечно, у меня остались. Очень много осталось. Ну, немного, но остались нитки. По крайней мере, можно по этим ниткам подобрать и вышить еще картину. По крайней мере, все нитки, они, их видно, какой они. О, они цвет, и по ним можно очень легко подобрать. Вот такая вышивка у меня получилась. Пионы крупные. Их здесь, конечно, не три пиона, больше, но названо трио. Три пиончика. Ну, наверное, которые солируют. Передние три пиона. Конечно, очень много нежных оттенков. И на фоне вот темного, видите, какие тут темные, вот где росточки, стебельки, листочки, очень все темное. Но все равно оно такое контрастное и смотрится, конечно, очень красиво. И поэтому нежные лепестки пионов смотрятся как настоящие. Очень приятная, хорошая вышивка. Я ее в интернете видела в чем-то другом исполнении. Ну, они не такие, они просто розовые, из розовых оттенков. У меня здесь, конечно, много коричневых, бежевых тонов, желтых есть тона. Вот. Там она выглядит хуже. Вот эта вышивка, видно, настоящая, Dimensions. И она, конечно, выглядит очаровательно. Вот теперь надо быстрее мне доделать и отдать в багетную мастерскую. Всего доброго, мои дорогие друзья! Я познакомила вас с новой своей работой. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всегда рада вам всем ответить. Пока, пока, пока!